Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня будет обзор сира Оливера Ролиплей. Это сир с бонусом, бонус здесь 20 миллионов, по-моему, потому что мне что-то дало 19 миллионов, 989-99-0. Ладно, непонятно, короче. IP, все есть в описании, пацаны, будет обзор сегодня этого сира. Модпак я установил. Давайте берем скутер, я думаю. Вот меня уже спаун радует, в принципе, необычно в месте таком, это хорошо. Так, погнали, посмотрим, что у нас тут вообще есть. Давайте пройдемся по GPS, основные места. Давайте в мэрию, я думаю, съездим южного для начала. Посмотрим, что у нас там находится. Вообще посмотрим, что у нас тут за маппинг есть там и так далее. Ну и рассмотрим модпак еще. Что здесь у нас по модпаку? Так, какая-то парковка у нас. Интересно. Блин, по маппингу у них здесь прикольно, кстати. Так, что-то сзади меня монстр ездит. Мне это не очень как-то нравится. Ну ладно. Короче, сейчас будем ехать, получается, в мэрию и посмотрим, что у нас там. Так, вот в таком месте у нас мэрия. Да, и соседи начали ремонт делать, когда я снимать начал, блять. Обожаю просто соседей, пацаны. Это да. У меня соседи же, сука, третий месяц ремонт делают. Это пиздец просто, реально. Это просто реально пиздец. Так, создать семью здесь можно, но мы этого делать не будем, в принципе. Онлайн пока здесь небольшой, пацаны, но... Сервер открылся недавно. Где-то полмесяца назад, короче, сервер открылся. Так, давайте посмотрим. Так, оформить паспорт. Так, давайте напишем «Добрый день». Нет, я пришел паспорт получить. Нет, я пришел паспорт получить. Так, все, погнали. Кирилл Гейм, меня уже узнают даже здесь. Ну, это хорошо. Так, откуда у нас здесь... Блядь, мой скутер пизданули. Ядрить твою налево. Ладно. Сейчас быстро пешим добежим. Так, давайте себе модный прикид купим, потому что здесь рядом как раз магазин одежды. 24/7. Ну, бля, я не вижу смысла его покупать. Пума. Магазин Пума, хорошо. Блин, ну интерьер у них и маппинг класс. Я не знаю, это они сами делали или нет, поэтому надо там бомбить еще в комментариях. Если это паблик мод какой-то, либо паблик маппинг, пацаны. Все начинается с чего-то. Как бы делать мод с нуля, это очень трудно. Лучше взять за основу какой-то мод и все. Как бы. Так, 5 лямов скины, ёпту налет. Что-то дороговато, бля. Так. Кого бы нам выбрать? 4 миллиона, 3,5. Может, сутенера восстать? Сутенер это да, это прикольно. Так, ты такой неплохой тоже. 20 миллиона. Ну, дороговато, конечно, да. Цены здесь, конечно, кусаются. Опачки. Давайте такого купим за лям с половиной. Или сколько? 150 тысяч лям с половиной, я так не понял. А вы купили одежду в магазине. Стоп, сколько? Можно, пожалуйста... А, вот здесь и дешевые скины есть. А за сколько я свой купил? А, 40 тысяч, пацаны, блин. Я постоянно что-то цены в магазин одежды путаю. Я не знаю, почему это связано, но постоянно я их путаю. Вы купили себе такой скин за 400 тысяч. А тут одни скины по 500 тысяч, я так понял, да? Так, садись за руль. О! Вот это я понимаю, другое... Права нету. У меня прав нету, ёпта. Не знаю, что делать. Нужно... МН. О, у меня еще 60 кредитов. Честно, я не знал даже, что у меня кредиты есть. Так. Покупка игры в Пилеге. Так, рулетка. Получить игру... Так, получить билет. Плюс лицензия. Так, а где их покупать-то? Покупка игры в Пилеге, наверное. Навыки оружия, VIP-статус, бля. А, блин, либо я тупой, либо я тупой просто, да. Ничего прав не вижу. Наверное, вот это все-таки. А, вот, да, оно.
Так, погнали, короче, тогда не будем про вас давать, в принципе, этого делать нам не нужно. Так, автослон у нас находится здесь. Вип-тачку тупо возле АО спер. Бывает. А я думал, это его машина, он просто ее спер, оказывается. Прикольно. Ну что, покатаемся на чужой машине. Так, у нас есть 19 миллионов. Хорошо, перейти. О, вольвешник. Так, давайте перейдем к, наверное, дорогим машинам. Или тут дорогие машины нет. О, Ямаха здесь есть. Так. Ух ты, блин. Какой Харлей или что-то было. Так, Мазда. Ягуар, Гелик. Ага. Ауди R7. БМВ, Хонда. Так, ага. Приорка есть. Так, GMC. БМВ. Опель. Четырка. Феррари. Ага. О, Мустанг я бы взял, красиво, красный. Прикольно выглядит. Так, Паршак есть. i8. Мерседес, Рейндж Ровер, Митсубиши Паджеро, М5. Ну, М5 вам уже, думаю, заеб... Бля, я что-то захотел себе вон ту бричку. Так. О, господи, Ланос. Так, Ланос. Угу. Крузак. Ну, вот пак, в принципе, нормальный. Так, я уже выбрал себе бричку, пацаны. Видели, как когда-то копейку за 1 280 000? Я тоже не видел, поэтому мы ее и купим. Купить. Вот это бричка. Лол. Видели, он пасать пошел. Бля, вот это бричка моей мечты просто, бля. Копиндос, пацаны. Какой он четенький еще такой. Поехали в тюнинг, затюним его, я думаю. Там нитросик поставим. Посмотрим, что там вообще у них есть. Ну, по маппингу скажу, мне очень все нравится пока что. Поэтому надо будет еще дом купить. Мне что-то деньги не снимаются или снимаются. Да, снимаются деньги. Что-то просто они там забагались, походу, как-то. Так, а, стоп. Тюнинга нету, да? Только ремонт. А, вот есть, да. Все, сигналим. Охуенно, блять, посигналил. Да. Что-то у меня баганулось, походу. Ладно, сейчас перезайдем. Так, я перезашел. Один наш компиндос. Так, GPS. Фикс-кар, наверное. Финд-кар. Финд-кар один. Ага, на Нашане. Ну, погнали туда. Мы еще в той части карты не были, поэтому поехали. Посмотрим, что там по Нашану. Надо еще дом купить какой-то, наверное. Блин, это только мне такой бонус удали. Просто я вообще только акт зарегал, зашел, у меня столько денег. Но, наверное, это бонус такой на чирке, скорее всего. Ну ладно, все, поехали до Нашан. Нормальная ситуация, пацаны. Вообще заебись. Вот, цветы, вот, сука, вот так надо на мазинге, блядь, сделать. Вот так вот, блядь, нужно на мазинге сделать. Нахуя деревья стать? Вот, красиво, цветы вы сделали. Сука, сделайте так на мазинге, заебали, блядь. Вот это я понимаю, блин. Так, стоп. Ага. Так, я нашел свою копейку, но... Стоп, это мой дом? А, нет, не мой дом. Так. Все, закрыть. Так, берем нашу копеечку родную. И давайте погнали, короче. Так, заводись. Так, тут есть дома прикольные, но... Мне тут что-то ничего не нравится. Так, ну давайте вначале что-то купим, может. Конечно, я цены их не знаю. Сейчас посмотрим цены на эти домища. На эти домики. Так. Тут самый первый дом по ГОСУ стоит. Я бы его купил. Лол, это такие самые дома, как на Мазинге были, помните? Вот я реально помню, что там такие дома были. Сколько стоит? 25 миллионов. Ну, понятное дело, блядь. Я всего лишь пацан на копейки, поэтому куда мне, блядь, до таких домов 25 лямов? Ну да. Не, ну копейка вообще четкая, пацаны. Мне прям нравится. Тонировочка по бокам вообще. Эх, соска, бля. Смотри, там вообще дорога перекрыта вон. Типа сюда надо проезжать, я так полагаю.
А может где тут квартирку купить там такое? Городок какой-то у них тут новый. Заправочка у них тут есть. 8 миллионов заправка по гос, пацаны. Это знак, блядь. Что надо ее купить. Так, давайте купим заправку, значит. Или лучше 100 купить, стопэ. Причем мы 100, давайте посмотрим. Так, а где он тут? Ага, владелец есть. Ну давайте тогда купим заправку лучше. Лучше тогда купим заправку. Так, бубис. Все. Не судьба, короче. Так, берем нашу копеечку. Что? Ты кто? Я человек. Ты кто, блин? Лол. Так, давайте квартиру глянем какую-то. Наверное, вот тут первую самую. Ютубер плюс. Да, я ютубер, ёпту налево. Чё, не видно? Чё, не видно, блин? По прикиду моему. Так, а ну можно тут самую первую? Бля, занято. 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 Так, вот, короче, купить квартирку. Все, заебись. Мы купили квартиру. И мы купили... Так. R-панель. R-панель пишем. Так, продай, заряди телефон. Окей. Квартиру мы купили рядом, как раз возле нашей АЗС-очки. Я думаю, будет заебись. Тем более, квартирка неплохая такая. Жить можно, короче. Так, выходим. А там внизу, типа, надо оплачивать, типа, или... А, нет, тут никак на Мазинге. Так, нужно еще машину припарковать. Так. Парк. Все, прописал. Так, и снова мы здесь, короче, так. Ага. Покрасить. 150... Нет, какой там цвет? 156.0. Так, установить гидравлику. Конечно, это шаха, ёпта. Установить нитро. Это да, бах, есть такой, пацаны. Так. Поставить диски. Давайте я поставлю... Не знаю, мега, наверное. Так, улучшить двигатель. Да, так, двигатель прокачан. Ремонт транспорта тоже сделаем. Так, выбрать винил. Винила, я думаю, нет у него. Вот это, блядь, машина, я понимаю. Это пиздец. Ебать, тарахтеть так. Чё, пацаны? Мегатас радует вас. Я такого еще, пацаны, не видел. Это сильно, реально это сильно. Бля, я тупанул, у меня же, блядь, возле дома прямо СТО есть. Ну ладно, похуй. Не, ну бля, стиль в этом есть, пацаны, да? Ебать диски, ей-бой, это, наверное, 30-й где-то. Ну что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому понравилась эта серия, заходите, играйте. IP-группа есть в описании. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.